Вот такая вот большая у нас заготовка. Вот, видно, да? Огромная заготовка. Это рюкзак. Вот, и нам нужно вот здесь вот сначала прострочить вот так, а потом развернуться и отстрочить обратную сторону. Получается, что, казалось бы, вот эту вот всю заготовку нам нужно будет пропихнуть вот в это столь незначительное пространство между шеей и рукавом. При этом, особенно если кожа какая-нибудь нежная, там crazy horse, все может поцарапаться и помяться. Но я сейчас этого делать не буду. Я прострочу все с разворотом, но так, что мне не придется всю заготовку пропихивать сюда. Сейчас я покажу, как это делается. Сначала все как обычно. Строчим с одной стороны, заготовка снаружи. Начинаем разворачивать. Пока что держим заготовку здесь, не просовывая ее туда. Уже становится неудобно. Доходим примерно до середины, втыкаем иглу и разворачиваем заготовку. Вот так вот. Она остается почти вся с той стороны, и нет необходимости ее пропихивать сюда. Нужно просто развернуть полностью заготовку на игле. И дошиваем. Такой нехитрый способ, который абсолютно понятен, но не каждый новичок сразу до него додумается.